Это безопасность. В первую очередь это безопасность. Чтобы он понимал, где можно, где нельзя. Зачем нарушать? Типа, что поезд собить, сбить-то может и все, и каюк. Почему опасно? Почему надо соблюдать правила? Ну, ваше мнение, вот как мама, можете поделиться. Слушайте, такие удивительные у вас вопросы. У меня просто варианты ответов теряются. Ну как, почему? В смысле, почему надо хотеть жить? Держать их за руку, не давать им перебегать. Вообще, есть поезд, нет поезда, все равно нужно переходить только тогда, когда можно переходить. Чтобы родители показывали пример, что... ну и взрослые тоже. Наша сегодняшняя акция называется «Постой, пешеход». Она направлена в первую очередь на то, чтобы те пешеходы, которые переходят пути через этот пешеходный переход в оживленном месте города Красноярска, были внимательны и соблюдали правила безопасности на железной дороге. Сегодня специально для этого в помощь нам сюда прибыл целый духовой оркестр города Красноярска, который играл знакомые, веселые всем шутливые мелодии. Ну а если кто-то из пассажиров, из наших пешеходов переходил на красный сигнал светофора, наш музыкальный оркестр выдавал грозное предупреждение. А наши коллеги объясняли людям, почему нужно переходить пути только на зеленый сигнал светофора. И ведь не случайно, что акция прошла сегодня, 31 августа. Безусловно, мы всегда стараемся перед началом учебного года напоминать как взрослым, так и детям о необходимости соблюдать правила безопасности на железной дороге, тем более, что у многих из них путь в учебное заведение, в школу, либо даже в детский сад, когда родители ведут детей, проходит через железнодорожные пути. И очень важно, чтобы все эти правила люди вспомнили, прекрасно знали, как действовать на железной дороге, какие правила на ней нужно соблюдать.